Блин, ну палец начинает тоже, конечно, уставать тоже. Хотелось бы еще раз до 5 дойти сегодня. Но не знаю. Надо сегодня подвести статистику. Статистику за ноябрь. По донатам, по зрителям, там, по стримам. Можно сделать перерыв, может, палец отдохнет, тогда еще поиграю потом. Да. Ой, опять что-то на мышь как-то странно. Ладно, хороший фейс. Это один из лучших моих фейсов.
Плюс 0.6. Я думаю, возможно, это лучше мой пейс. Не уверен, конечно, тут. Голдай тем более меняется постоянно, поэтому не помню, но вот. Вот Джек Про пришел, Джек Про. Видишь, какой пейс у меня. Я тебе хотел несколько штук рассказать, пока тебя не было. Если вспомню, расскажу. Сейчас как раз думал перерыв сделать, то палец уже отваливается, блин. Я думаю, это мой лучший пейс. А, не могу не успеть, блин, поздновато. Уф, блин, успел. Опасно было. А, не хочу рисковать. Не хочу рисковать на пейсе, блин. Мне вот это место что-то с ним какие-то... Тоже трабу. Где прошел бы? Ну фиг знает, прошел бы или нет. Нормально, я почти ничего не потерял. О, опять кажется, что высоко, блин. Чё я так высоко кидаю? Вот это полюбас лучший пейс. Даже несмотря на микроприостановку. Рано кидаю. Да я всегда так делаю. Вроде получается. Только иногда надо, я думаю, чуть-чуть, может быть, попозже отпускать кнопку, чтобы уже при падении выбрасывать. Ну да, рано, то есть. Рано, не рано. Хотя да, рано. Ну, чуть-чуть там, то есть, можно и так, но... Такой пейс невозможно не заруинить на нервах. Я на четвертом уровне не заруинил. Но на пятом я не знаю, как тащить. Привет, Колян. Что это? Все. Загрузил на четвертом, чтобы на пятом спокойнее было. Какая тактика. Что, блин, я думал, я не попаду в него и как-то... Ой, блин. Шли руины на язычном четвертом. Одной руины было достаточно, я думаю.
Вторая уже была лишняя. Ну, какой-никакой все еще пейс. Уже не на саппан. Ну, таких пейсов у меня уже было несколько штук. Ну да, в целом, я поэтому особо не рассчитывал. Просто я бы и волновался, капец, сейчас. У меня сейчас еще пейс был идеальный. А больше-то негде сейвить. То есть ран почти был идеальный, за исключением вот этой небольшой приостановки на 3-2, которая почти ничего не потеряла. То есть, а все остальное было топово, кроме до 4 уровня. То есть, даже если бы я 4 уровень пошел нормально, если бы это был всего не сапфан, то непонятно тогда вообще, как сапфан делать. Наверное, никак. Я реально сомневаюсь, что я сделаю, поэтому просто хороший ран, неплохой какой-нибудь там 36-37. Да и не получается, я вот сегодня посидел, потренил, но что, все равно нестабильно. Еще и стрела нестабильно получается. Помимо вот этого начала. На него я обычно забиваю, потому что, блин. Там прыжок, потом стрела. Так слишком много всего. Советов, да, советы не помогают зачастую. Ты мне часто говорил какие-то штуки, я до них, я все, мне это ничего не давало. Я в лучшем случае, если я сам когда-нибудь доходил до этого, потом спустя несколько недель, может быть, игры, да, не знаю. Да я даже не знаю, что конкретно спрашивать. Вроде все в целом понятно, но сложно просто. Не, я нормально тренил. Ой, опасно сейчас было. Так, зажать кнопку. Thank you.
Ух. Давай. Ух, блин, все. Все, я дропаю эту игру, я доволен этим раном. 35, все, нормально пойдет. Хорошо, а то я бы уже, я не знаю, я палец уже устранил, вставал, то есть сегодня... Если бы я это не сделал, я бы сегодня, наверное, уже точно... Я мог еще попробовать, но, мне кажется, такого... Таких пейсов бы уже не было и... Толку сегодня бы уже не было пытаться. А так, можно теперь думать, что дальше делать, потому что этот ран... Его, конечно, можно еще улучшить. Может быть, когда-нибудь я вернусь, еще попробую там пару секунд вырвать. Вот, но пока так. Спасибо за GG, Роман, Деми, привет. Спасибо, что зашел. СТР, спасибо.